Компания «Буринтех» планирует нарастить выпуск продукции на 1,5 миллиарда рублей. Об этом стало известно в ходе визита полпреда президента страны в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и главы Башкортостана Радия Хабирова на предприятии. Сегодня компания разрабатывает роторно-управляемую систему для бурения скважин, которая не имеет аналогов в мире по принципу действия. Данная разработка облегчает добычу нефти, а также бурение удаленных, труднодосягаемых залежей. Реализовать проект удалось благодаря поддержке Фонда развития промышленности. Как раз обсудили некоторые вопросы, которые касаются и организации дальнейших инвестиций и финансирования. Я думаю, те федеральные программы, которые сейчас идут, и те льготы, которые даются, и помогут найти и инвестиции, и оборотные средства для того, чтобы выполнять производственную программу и дальше. Кроме того, предприятие впервые в России разработало и внедрило в массовое использование долота, режущее скалывающего действия. Это позволило кардинально увеличить скорости бурения и снизить затраты на строительство скважин. Среди потребителей продукции все ведущие нефтегазовые компании России. Также стоит отметить, что выпускаемая предприятием продукция с успехом конкурирует с зарубежными производителями и поставляется в Северную и Южную Америку, страны СНГ, Ближнего Востока, Европу и Северную Африку.